проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Вопрос 152. Скажите, перед крещением женщине нужно обязательно избавиться от всех противозачаточных средств? Ответ Игнатия Лапкина. Зачатие и рождение всегда было благословением. Все остальное от лукавого. 3 Ездры, 3 глава, 12 стих. Когда начали размножаться обитающие на земле, и умножились сыны и народы, и поколения многие, и опять начали предаваться нечестию более, нежели прежние. Осия 4 глава, 10 стих. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножаться, ибо оставили служение Господу. Если не нужны дети, то этого можно достичь только удалением друг от друга по согласию. 1 Коринфянам, 7 глава, 5 стих. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Советую настоятельно прочесть у Льва Николаевича Толстого «Крейцерову сонату». Она даст вам полный ответ почти на все семейные вопросы. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.